Друзья, всем привет! Значит, после работы. Сегодня какое у нас? 19, да, по-моему. 19 число. На улице, конечно, уже темнеет, но я морозец на улице. Все-таки, наверное, пойду. Крещение у нас. Можно было вчера купаться, но вчера что-то не искупался. Заснул. Сейчас иду с Пексом к морю. Значит, будем окунаться. Крещенское купание будем делать. Ни разу я не купался на крещение. И попробую окунуться так. Обтереться. Взбодриться, так скажем. Я думаю, оно мне не повредит здоровье. Так. Что за собака? Так, не лезь. Стой. Пес. Не трогай моего пса. Пекс, иди сюда. Пекс ко мне. Ты, может, это ему, он ухо порвал ему, может быть, не знаю. Пекс ко мне. Пекс ко мне. Все, рядом. Идем до моря. На море идем купаться, Пекс. Купаться, Пексик. Ты будешь тоже нырять со мной. Не знаю, будет вам там видно, нет? Но что-нибудь да будет. Может, там светло будет, не знаю, посмотрим. Ну вот я на море. Смотрите-ка, оно не замерзло. Такой бархан здесь намело на пляже. Шторм, видать, был, когда ветра были. Вот такой барханчик. Не знаю, вам видно, нет? Ну так вроде есть света немножко. Вот. Так, ну что, купаться будем? Смотри-ка. Надо искупаться. Вон там кто-то идет. Так, все, давайте раздеваться. Ой, Пекс, ты попрыгунчик мой. Попрыгунчик. Все. Хорош. Хорош. Нет, нет, не играй с моей рукой. Нельзя. Нельзя. Так, друзья, что, я разделся, буду купаться голый. Не хочу, чтобы были мокрые там одежды на меня. На мне. Значит, так камеру поставлю. Сейчас купаюсь быстренько. Не знаю, вам будет видно, нет. Короче, если что... Закрывайте глаза. Холодная. Ну я это сделал, блин. Я быстрее буду тираться. Что, друзья, оделся. По-быстренькому оделся, пока одевался. Пальцы рук замерзли. И пальцы немножко ног замерзли. В общем, Пекс не стал купаться. Ну он не дурак, он, короче, умный. Поэтому я искупался. А теперь нам надо разогреться мне. Поэтому сейчас я пробежечку с Пексом сделаем. Пекс, давай за мной, за мной, за мной. Бежим. Разминка, давай. Бегом. Стой. Пекс. За мной. Рядом. Не кусай ее, Пекс. Фу, сказал. Фу. За мной. Фу. Да с моей рукой не играй, сказал. Так, я тебе что сказал? С моей рукой нельзя. Фу. Пойдем, мы здесь выйдем на дорогу и пойдем по Голубиской уже, где светло. Итак, друзья, значит, я что, пробежался немножко с Пексом. Прошлись. Знаете, такое-то ощущение, пошла кровь по организму. Руки уже отогрелись, такое тепло в руках, в пальцах. Поэтому я взял сейчас камеру и записываем дальше бложек. Идем по улице, не знаю, тут какая-то набережная, ну, вдоль моря, короче, идет. Вот. Ну и хотел бы вам еще сказать, рассказать немножко о том, как меня ребята троллят, с которыми я живу. Ну вот, переехали в эту хату они, раньше жили отдельно, а теперь в эту. И они просто охреневают, как я питаюсь, им завидно за эту капусту мою,
Говорит, ой, она воняет, да, там, воду мою не пьют, там, шафон, она болотом воняет. Там, говорит, да не надо, говорю, не пейте мою воду, я сам пью, уже в отдельник чайник заливаю, короче, на газу плите, грею ее, эту воду. Вот, сегодня это, все у меня подъеб будет, короче, что... А, на капусте ты недолго не проживешь, там приводят доводы, там якобы какого-то дядька там у меня какой-то знакомый через три колена, короче, хрена, тоже заморочился по этой, и у него крыша, короче, съехала, и он в итоге помер, блин. Я говорю, ну ты, блин, вот каждый раз они пытаются на меня надеть этот шаблон там, вот, а другой мне завтирает, короче, что это не еда, человек хищник и травоядный, все вместе там, типа, он должен съесть все. И мясо, и рыбу, и все. Говорит, так я ем мясо, только в определенном количестве, в минимальном сейчас. У меня сейчас новая диета формируется. Короче, у них подрывается их шаблоны, я так понимаю, я так это вижу. Я понимаю, что у них просто шаблоны рвутся. Как так, Алексей? Сейчас вот я съел морковку, сейчас и побежал вот с Пексом на море, искупался. Я, короче, вот они не понимают, как можно с таким количеством еды там, да, протянуть и нормально. Они думают, короче, ты долго не протянешь, ты посмотри на себя в зеркало. Так я говорю, так я и так строил свое тело. Я как раз таки сейчас в таком состоянии, которое мне и нужно. Я добивался этого. Это мой идеал. Я этим и буду гордиться, я не знаю как. Я говорю, у меня кубики будут на животе, я займусь этим конкретно в ближайшее время. Все у меня будет. Говорит, так я строю свое тело сам. Как вы не поймете, что вы заглядываете в мою тарелку, что вы смотрите, что я ем? Вы смотрите сами в свою тарелку, не заглядывайте, говорю, мне в рот. Что за мода-то, а? Вот у них их, короче, рвет шаблоны, рушатся ихние. И они пытаются меня, типа, знаете, на место поставить, типа, они, моя мама, что ли? Я маму-то не слушаю, они думают, они как-то смогут повлиять на меня, да? Не, я сам хозяин своей жизни, я сам строю ее. Я никому не позволю вмешиваться в мою жизнь, натягивать какие-то шаблоны свои устаревшие, блин. Один мне вообще говорит, что, типа, ты что, не смотришь телевизор, там показывают программу, там какую-то программу сослался на Малышеву, что ли, я так понял. Я говорю, ты что, это авторитет, что ли, Малышева? Я говорю, а ты, говоришь, ты со своего интернета черпаешь информацию, типа. Я говорю, да, с интернета я черпаю, что-то под себя нужное беру. Я говорю, а твоя Малышева? Говорит, да ты что, ты там информация проверенная, иначе бы ее по телевизору не показали бы. Я говорю, ай, блядь, я, говорю, за голову схватился. Я говорю, ну, понятно, говорю, думаю, ладно, не буду тебя переубеждать. Говорю, смотрите свой зомби-ящик дальше и живите радостно, счастливо. Вот, говорю, не лезьте в мою жизнь, говорю. Я живу своей жизнью. Моя диета, мой корм, если так можно назвать его, да, вас вообще никак не касается. Просто они как бы складываются вместе там. Вообще готовят, у нас там девушка живет еще одна. Ну там, с парнем они вместе. Она как бы готовит, получается, на всех. Все там скидываются, воду покупают, они продукты покупают. И вот они кушают, а я как бы отдельно. Ну, потому что я не ем то, что они едят. И воду я свою из гаража привожу, как бы, болотную, да, по их меркам. Да, пусть будет она болотная, я зато буду ее пить, и она моя бесплатная. Вот, ну, в общем, вот так, такая житуха у меня. Так вот живем, с коллективом с этим, значит, это не очень. У них там своя диета, я своя. Посмотрим дальше, что будет. Сейчас приедет еще наш начальник. В принципе, просто это уже последнее, ну, доделываем, короче, еще, может, пару месяцев, может, чуть больше, мы еще здесь, и потом на новый участок, возможно, в Тулу, говорят, в Тулу поедем, участок тоже там какой-то будет, короче, будем переезжать потом, ну, я не знаю, я, наверное, мне-то что переезжать, я, может, там, конечно, немножко времени возьму, пока там в Туле все наладится, до дому и, ну, так сказать, отпуск, да, может быть, посмотрим, как оно там получится. Хочу немножко там гаражами заняться уже, чуть-чуть доделать кое-что, что я хотел. Ну, а потом рванем, возможно, в Тулу, ну, посмотрим, как дальше. Ну, если такая песня будет, если они будут дальше мне в рот заглядывать, смотреть на меня, ой, ты там, то все, я их шлю нахер, так и буду слать нахер, блин. Если они будут на меня налегать сильно, блин, ну, я ничего не знаю, что делать. Будут мне морду бить за то, что я что-то ем не то, блин.
Я не знаю, что делать. Я просто плюну им в рожу и уйду. Больше мне делать нечего. Вот, еще бы мне строили тут по поводу моего питания. Просто мне иногда тоже не нравится, когда мне заглядывают в рот. В общем, друзья, давайте, ведите здоровый образ жизни. Кушайте как можно здоровую еду. Ведите активный образ жизни, да. Не пейте, не курите. Потом увидите результат вашего. Стройте свое тело. Идите к омоложению вашего тела. То есть нарабатывайте свою молодость. То есть чем вы будете здоровее питаться, вести здоровый образ жизни, умеренно двигаться, умеренно физическая нагрузка, ваше тело не даст о себе долго ждать. Оно покажет вам результаты. Вы будете выглядеть намного моложе и будете намного здоровее. Пофиг вам всякие болезни. В общем, ставим лайки, пишем комментарии и делаем репосты. Сейчас зайду еще в магазинчик, там посмотрю немножко здоровую еду еще. Может быть, там что-нибудь найду из здоровой еды. Так, покупочки. Что, значит, я зашел в магазин, купил. Это Пятерочки, значит, у меня. Моя любимая казинака. Отруби овсяные. Гречка. Ну, гречку я закупаю впрок, так сказать. Это на черный день НЗ. Я ее так ем-то не очень. Так, когда-никогда. Но я ее собираю, потому что а вдруг не будет ее на полках магазинов. Значит, нут для проращивания. Буду проращивать нут. Я где-то две пачки покупал. Так, льняная каша. Обязательно утром с изюмом, самое то. Значит, зелень, это у Петрушка, здесь сельдерей. Так, лук забыл из машины вытащить, сейчас пойду еще за луком моим домашним. А, это я в Пятерочке купил манго, или как она, авокадо, хрен его знает. Вот еще один пачка. А, все, это я полотенце. Почти сухое, кстати, искупался. Пока вылазил с моря, все обо мне высохло. Прям, ну, сухое практически. О, песок только что трусится. А так все сухо. А, вот еще. Вот я с собой яблочки. Это я с собой беру на обед, на работу. Я еще ранее покупал. Так, и это редька, тоже я редьку ем. Так, сырую, почищу и хаваю. Вот, это моя мультиварка. Я ее сюда ставлю. Значит, моя полочка тут уже будет сейчас ломиться от продуктов. Это моя полочка. Можно? Все. Сейчас режу салат, капусту приготовлю и в люлю. А? Опять катись, дубля. Опять капусту, да, сельдерей, укропчик, все положено. В лучших традициях. Вот, вспомнил, еще один пакет нашел. Это мы ехали с работы. В Темрюке заехали в магазин. Купил я там еще вот эту капусту. Как же без нее? Вот такую хорошую капусточку. А, еще казинаков я купил вот таких. И одни арахисовые. Так, и что тут еще у меня? А, это я Пексу купил на утро, на завтра. Творог. Он любит творожок покушать. Это Пексику.